У каждого букета свое предназначение. Цветами поздравляют родных и близких с днем рождения и годовщиной. Либо дарят их просто так, без повода. А создают характер цветочных композиций люди интересной творческой профессии – флористы. Анастасия Гарина работает с цветами вот уже 8 лет. «Никогда не думала, что уйду в эту сферу», – признается девушка. Но однажды попробовав, поняла, что это ее призвание – создавать для людей настроение. По поводу любви к цветам. У меня, наверное, больше любовь именно к этой профессии, все вместе, в совокупности. И цветы, и общение с покупателями, и упаковка, и подарочные какие-то моменты, там игрушки. На вопрос, что важнее для флориста, талант или техника, Анастасия уверенно отвечает, что именно талант важен в создании неповторимых цветочных композиций. Технику, вне всяких сомнений, тоже не нужно отодвигать на второй план, но она нарабатывается со временем. А главная задача флориста – услышать, что просит клиент, и воплотить образ из его головы в реальность. За годы работы у салона «Цветочный дворик» появился свой узнаваемый в городе стиль букетов. Я думаю, наш стиль появился со временем, как замечают наши покупатели, что у нас, да, есть какой-то свой определенный стиль в букетах. Я не могу сказать, что это прям вот мы завели в букеты определенный стиль. Он появился со временем. По стилю у нас в основном такие нежные букеты, воздушные. Мы вкладываем в них свою душу, свое настроение. Волшебство момента здесь начинается с порога, как только попадаешь в магазин. Интересный декор, мягкие игрушки, подарочные наборы и, конечно, цветы. Здесь не только помогут подобрать оригинальный букет, но и поделятся секретами, как сохранить его дольше. Все ваши букеты мы собираем с душой, подходим ответственно к каждому букету. Также у нас есть доставка, которую вы можете заказать, и цветы привезем точно к определенному времени. Учтем все ваши пожелания. У нас большой выбор цветов, упаковочного материала, коробок, подарочных пакетов. Поэтому мы вас всех ждем. Цветочный дворик находится по адресу проспект Ленина, дом 24. Заказать букет можно по номеру 3-3101 или 8-904-924-51-94.